Здарова всем, ребят! Сегодня поиграем в Splinter Cell'чик. Помню, что это была одна из первых игр, которые у меня были на компе в начале 2000-х, и она мне очень сильно понравилась в те годы. Наверное, тем, что был в ней такой необычный геймплей. До этого времени я вообще не играл ни в одну игру, где были элементы стелса, и для меня это было совершенно все в новинку. И помню, что просто игра зашла замечательно и в плане графики, и в плане геймплея. Раздобыл сейчас я дисочек, значит, от оригинального бокса. Запускаю сейчас его на 360-м. Посмотрим, друзья, как оно работает, как оно состарилось. Побегаем, попроходим. Мне кажется, тут реально лет 20, наверное, уже прошло. И с того времени я в нее не играл. Поэтому сейчас смотреть, как она вот реально выглядит на боксе. Есть ли какая-нибудь разница вот так по памяти и как она вообще играется. Помню, что вот, конечно, первые уровни, первые локации были в ней очень интересные. Так, что, ребят, у нас сразу есть какой-то экранчик маленький. Посмотрим, есть ли тут мало или широкий экран. Нет, широкого экрана нету. Яркость, контраст, то есть ничего больше нету. Ну что, погнали, то есть экран будет 4 к 3, друзья. Ну-ка, погодите, Extra Futures, что тут у нас есть. Понятно, короче, Xbox Games. В общем, да. Давайте начнем. Там, по-моему, в начале будет у нас обучалочка такая. А его уже Сэм звали, можно было так оставить. Хрен с ним, давайте Сэма ставим тогда. Поехали. Там была такая небольшая, помню, обучалочка, сейф. Да. И после нее уже начиналась сама игра. Обучалка была довольно-таки нудная, я помню, в свое время даже не запомнилось. Но ничего страшного, друзья, давайте сейчас посмотрим. Бегаем. Все равно управление с джойстика я совершенно не знаю. Помню, что версия с бокса... Ну, точнее, не помню, а вот смотрел, что версия с бокса в плане графики она была намного лучше, чем... на PS2, а вроде как разницы особо с компом не было. Ну, давайте выключим заставочку, друзья. Так что интересно посмотреть, какой. Помню, еще в House Theory тоже так нормально наиграл. Причем House Theory проходил уже на плехе второй, а вот Pandora Tomorrow тоже вторая часть, Splinter Cell, у меня была на компе. Помню, что тоже просто шикарно зашла эта игра. Вообще помню, серия Splinter Cell, смотри, в свое время, наверное, до House Theory я прям играл все части и прям фанател. Так, ну что, погнали, друзья, посмотрим. Вот, кстати, не знаю, как у вас будет картинка, может, растягивать я ее буду, но что-то у меня вот на телевизоре картинка маловато, она вроде бы как-то 4 к 3, а вроде и нет, ну, сейчас посмотрим, может, это заставки так. Причем это игра сделана, помню, на Unreal Engine 2 даже, или что-то такого. Даже так, с первых кадров уже можно заценить графику, ребят, на консольке. Смотрите, вот цветовые эффекты, шторки движутся, флаг движется, персонажа того вот пальцы было видно. То есть даже так, в плане графики, вот реально видно уже глазом, что она... Просто заебись. Вот, просто вот хорошая графика. Особенно освещение мне нравится, как сделано. Так, давайте выключаем эту болтовню. Нельзя никак, ну ладно. Не часто я играю, на самом деле, вот трещат там боксы прям с диска, чтобы какую-нибудь оригинальную игру. Очень атмосферно передаю, значит, вот вечер такой вот солнечный, теплый. Прям даже вот ветер видно небольшой, там как карта шевелилась. Ну, лучи света выглядят, на самом деле, и здорово, но и с другой стороны слишком странно. Они у меня прям слишком сильно они бьют. Никак нельзя отключить заставку. Можно пока графонии порассматривать. Текстурки хорошие. Там даже на карте можно было разобрать, что в принципе написано. Освещение, тебе, мне кажется, тоже просто вот от души выглядит. Может быть, немножечко вот артефактики такие даются еще потому, что мы запускаем трещатом бокс, ребят. Не с оригинала играем. Блин, что-то не вырубить. А, вот, все. Так, secondary fire, primary... Ай, хрен, поехали. Не, 4 к 3, все стандарт. О, ребят, смотрите, как свет бьет в окна. Просто обалдежно. Ну, да, графика, конечно, я скажу, что... Впечатлен, друзья. Особенно после того, как играешь на PS2 во многие игры. Здесь прям, знаешь, такое... Знаете, что такое четкое, сочное прям. Хорошо выглядит, хорошо очень выглядит, друзья. Как идти-то, блядь? Мув, окей. Отказывается идти, ребят, что за хрень? Это я или... Окей, выключаем. Резет камера, правая это камера, тут сделали инвентарь. Давайте все пощелкаем. Ребят, какая-то беда, короче, с кнопками. Дайте-ка родить. А, понял.
Понятно, надо обучалку пройти, короче. На огни смотреть, затормозил. Окей. Вот эти обучалки, помню, что всегда нудные были, конечно. On the ground, front on you. Окей. Блин, теперь опять на все эти лампочки смотреть надо. Все, наконец. Да, я даже подумал, что джойстик, может, залагал из-за эмуляции. Вот видите, даже механику персонажа нормально. Он не крутится на 360 градусов на месте без проблем. То есть адекватно выглядит. Y прыгать. Окей. О, прям ассасин, пацаны. Так, ну что, погнали. У, реально, прям ассасин, да? А подтянуться? Понятно, здесь он не подтягивается, может не встать. А вот здесь, может быть, встанет. Да, здесь встает. Выход, пацаны, силы на две руки замутил. Нормал. Насальная обучалка есть, конечно, важна, потому что без нее дальше играть будет очень тяжело, я думаю. Пойдемте там, наверное, на лестницу. Жалко, что не показывают, что нужно делать. Прямо так на экране было бы неплохо, лишним не было. Ты на лестницу, да? Понятно, короче, лезет по лестнице. Слушай, ну графон, я скажу, что впечатлен. Тени, освещение прям очень хорошо выглядит. Мне кажется, те годы, когда играли, если так, зиплайн, окей. А те, кто играли на боксике, я думаю, они вообще не разоценили. Вот ради интереса даже пущу как-нибудь на PS2. Мне кажется, на PS2 графон будет далеко не такой. Так, пацаны, зиплайн. Давай, цепляйся. Прикол, что он, да, на руках скользит, конечно. Ну ладно. Climbing vertical pipe. Блять, надо было прочитать, как по трубе скатиться. А, вот он сам цепляется, окей. Норм. Вот, помню в свое время, ребят, очень круто было это вот это. Сейчас кажется, типа, а, фигня. Но, блин, тогда, понимаете, какие-то объекты двигающиеся в 2000, там, каком, первом году, это же вообще офигенно было. Впечатляет. Даже сейчас смотрится очень хорошо, даже адекватно. Интеракт, окей, можно свет вырубить. О, тоже нормал, да, ребят? Надо не забыть это. О, даже так можно. Так вообще медленно получается. Слушайте, ну, блин, я реально от графики прям удивлен. Столько лет игре. Давайте уже на миссию охота посмотреть, как поиграть. Жалко, что это, например, когда на PSP Splinter Cell выпускали, а они не просто выпустили, ну, не перевыпустили оригинал, а сделали отдельную версию. Вот мне кажется, было бы здорово, если просто по оригинал перевыпустили в свое время. Так, как спрыгнуть? Помню, даже я играл, Climbing, окей. А, помню, в свое время я даже играл на мобилке, у меня яловская была. Тоже неплохо игралась, классная. Вообще, в свое время, сами популярный довольно-таки Splinter Cell был, серия игр. Physion, Press, Fight. И, короче, о, ни хрена себе. Надо было почитать явно. А, окей, L1. А, в другую сторону. Да, в плане механики, конечно, дается нам много разных таких фишек. Как можно проходить, как можно перемещаться. Что довольно-таки интересно. О, можно прям даже за угол заглянуть, ребят. Здорово, здорово, конечно, интересно, мне нравится. Мне нравится, как освещение больше всего, конечно, сделано. Потому что реально впечатляет освещение. Ладно, давайте дальше пойдем. Так, что там? По этой штуке он лезет. Мне кажется, все время на компе, когда я играл, даже графика не такая хорошая. Была, очень старенький компик был. Ну, в то время не старый был, Pentium 3. На тыщеночку, пацаны. Но, конечно, блин. Видеокарта у меня, по-моему, вообще помойка была. Оперативки у меня было что-то 60 метров. Не помню, что прям так красиво мне казалось в свое время.
Че, прошел обучалку, да? Так, нужно найти, короче, как... Что дальше делать, куда бежать-то? А, окей, стрелка есть. О, нормал, нормал. Ган, кстати, реально, да, вот, ребят, прототип ассасина прям считайте. Блин, но освещение с тенями, конечно, вообще круто. Так, открываем дверь. Door locked. А взламывать нельзя. Обидно, 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 обидно. А что, реально, что ли? А что делать, когда, пацаны, дверь-то закрыта? По инвентарю, мне же ни хера же нет, нар. Гаджетс. Ни хера нет у меня, так я понимаю. Да, ничего у меня нету. Mission information, пацаны, что написано? Вообще ни хера, блядь, написано. Дата. Что нельзя посмотреть? Так, что, блядь, делать-то? Вот, сука, надо было читать, жопу чую. Да, блядь, падла. Да, пацаны, от большого ума явно у меня это было. Ну, да ладно, ничего, ничего, блин. Я уже там встаю, думаю, как бы дверь выломать, короче, блин. А сейчас, по-моему, продолжение обучения будет. Уже там будет такая другая зона. Нам будет рассказывать, по-моему, что шуметь, не шуметь и так далее. Как это можно и не нужно. И, по-моему, прибором ночного видения будет учить пользоваться и так далее. Тоже такая неплохая часть, конечно. Но, говорю, обучение не так через как геймплей. Но, мне кажется, без обучалочки вообще будет нереально играть. Так, сейвимся. Че, погнали? Блин, ребята, освещение просто балдежное. Ну че ты? Короче, надо пройти так, чтобы те, кто не заметил. Погнали потихо, пацаны. А что, мне ствол дали, не? Не, не дали. Потихонечку проходим, никого не видать. Вот, следующую дверь будем взламывать, здорово. Вот, кстати, то, что джойстики разные, немножечко сложно так разобраться. Ну ладно, сейчас поймем сразу с управлением как. Она закрыта. Пик the lock, пацаны. О, у меня есть эта открывашка. Блять, для начала мы включим освещение. Как это хуйней пользоваться? Во. Локпик, пацаны. Да сука, выбирай это говно. Блять. Вот, кстати, сложно с управлением, когда так непонятны кнопки, какими что делать. Давай, гаджет. А, во, выбрал, все, зашибись. Ну а как использовать эту хреноту? Да, блять, хорошо дергать. О, все понял, наконец-то. Охренеть управление, ребят. Осталось только понять, как взламывать еще. Да, в плане управления, конечно. Не стиками, а вот. Понял.
Да, вообще не очевидно. Вот, кстати, смотрел одного парнишку, который рассказывал, что в современных играх постоянно говорят, нажми то, нажми это, все очевидно, а вот старых немножко надо самому подумать. Хоть вроде бы и не сложно, но все равно подумать надо, ребят. Надо его потихо вырубить нам сейчас, да? То есть даже кого бы сейчас такой простой элемент, как просто, знаете, дверь взломать, и то я что-то не сразу врубился, как что включить, как что делать. Так, ну что, подошли. Так. Все, нам дал пароль, пацаны. Так, он записался у нас в блокнотик, я понимаю. Он сказал вроде 2869. Короче, пробуем сейчас, пацаны, вести. Явно я хуево услышал его. А что, может еще подсказать? Блин, у меня стопудово блокнот же записал. Да, я уже его интерогейт, но вот, кстати, что дальше-то? Ну вот, а вот, 2, 8, 4, 6, 9. 4 забыл, 8, 4, 6, 9, окей. Ну такой неплохой тоже элемент. Да, блядь. Да, сука. Управление полная жесть, хочу стрелки нажать. А! Два, восемь, четыре, шесть, девять. Во, все, отлично, открыли. Так, что нас дальше ждет? Мне понравился парашют, кстати, довольно-таки интересно. Так, следующий говорит сканер глаза, походу. Короче, понятно, нужно его. Надо, короче, его схватить, пацаны, и потащить прямо к этому сканеру, чтобы он его для нас открыл. Так, ну чё, погнали, давай, дружище, открывай мне эту дверь. Давай, 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 давай. Сканируй его. Вот забавно такие элементы игровые. Вот. Не играл в современный Splinter Cell, но для, мне кажется, для тех лет, конечно, очень интересно, что они так придумали. Мне кажется, отличаются от Metal Gear Solid того же самого очень сильно даже. Так, что здесь нужно сделать? Горит, твое оружие должно, после меня должно использоваться, надо быть незаметным и вообще не пользоваться типа оружием. Стелс-метр, короче, окей, про углу, окей. Need to shut the lights to get past. Окей, надо, короче, по свету захерачить, пацаны, и будем потихо подкрадываться. Вот это интересно, конечно. Вот поэтому говорю, что когда ты на реальную миссию, уже становится очень интересно проходить. Надо теперь ствол нам выбрать. Вот, блядь, с управлением будешь нормально привыкнуть, конечно. Вот как я вот выбрал в прошлый раз, а вот гаджет. Окей, выбрал ствол. Блять! Сука, случайно прошел так вперед, блин. Давай, 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 по новому пробуем пройти. Говорю, управление, вот, ребят, реально, единственное, что вот мне пока из косяков скажу, это управление крайне неудобно, вот. То ли с непривычки, то ли то, что когда показывают кнопки на джойстике, что они не совсем таким трещат там в боксе, а вот крестиков достать ствол, окей. Раз, ламп. Вот, кстати, знаете, даже просто свет можно то, что было вырубить, это уже было очень круто в те годы для игр. Смотрите, сука, это не убивает лампу. Да, реально. Для я мажу то, что. Ну-ка. Не, выбивает. Там явно я мажу.
Во, вот так, отлично. Так, что у нас тут лампа есть, да, теперь? Бля, попасть еще на нее надо. О, вообще темнота. Вырубаем ствол и тихонечко спокойно проходим. Блин, балдежно, смотрите, как выглядит. Конечно, может быть, перебор такие лучи света, но выглядит все равно классно. Они прям, знаете, сейчас как будто в меня вопьют эти лучи света. Не, здорово, здорово, ребят. Мне еще нравится, что какие-то куски ткани там болтаются. Блин, красиво, конечно. Так, там, короче, камера. Давайте опять свет везде врубать. Хуя эта штука что, не бьется так? Да, реально, ничего себе. Ну-ка еще разок пробую. Ни хрена. Ладно, окей, что дальше? Так, тут можно в темноту забраться и там встать, стоять. Тут, мне кажется, кстати, может и без ствола проходить надо. Сейчас проверим. Шут за камеру, окей, да. О, в натуре камеру вырубили. Здорово. Ну, я начинаю потихонечку втягиваться уже, ребят, в геймплей. На полном серьезе причем. Окей, вот сейчас нужно как в Биошоке потихонечку подкрадываться под камеру, чтобы нас не заметили. Так, ну что, пойдемте. Все, прошли, да? Тут еще элементики Хитмана, пацаны. Сейчас вырубим охранника. И спрячем его тело, где он там стоит. А вот он стоит. Давай, давай, давай. Тебя прошивать мы не будем. А прятать тебя где вы, дружище? А где его спрятать реально? В старой комнате, что ли? А, ну вот, может, тут в тени спрятать, точняк. Бля, мне заметил, да? Блин, точняк. Надо было спрятаться в тени. Блин, ну он меня услышит, ничего себе. Быстро тоже нельзя идти. Так, потихонечку, потихонечку, пацаны. Давайте его теперь в тень тащим. Так еле идет вообще. Так, давай второго. Давай, 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 давай. Так, нужно оставаться скрытым для этого, да, охранник? Окей, написано. Все, что требуется. Больше нет, мочить его не надо. Remain hidden from the guard. Окей, пацаны. Окей. Вроде все, больше не надо. Че, зашибись? Прошел? То, что пацаны, походу, все, да. Бля, я бы его зарубил бы. Может, не в ту дверь надо было идти? Блин, я просто зашел его, зацепил сразу. Давайте до ту дверь на всякий случай дотащим. А никак. Хрен, блядь, с ним. Так, или она открыта? Да, она открыта уже.
Ну, надо было вырубить, ребят, куда же без этого? Так, вот комната, в которой шуметь нельзя, помню ее. Вот так, 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 окей. Не шумим, пацаны, не шумим, аккуратненько. Ни хрена себе. Блин, я вообще еле двигался. Ну это жестко. Блять, зачем я прыгнул? Блин. Давайте еще разок. Вот аккуратненько, вот. Медленнее, у меня просто стик уже не работает. Окей, здесь нас никто не услышал, да? Там шумом было, ну хрен с ним. Вот эти цепи надо не задеть, главное, пацаны, да? Нормально, 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 ничего не задели, аккуратненько. Стекла что ли там? Да, реально стекла, прикиньте, даже звук есть. Забавно придумали, интересно. Отлично. Прошли, походу, пацаны, комнату. Так, что дальше у нас остается? Дальше я уже не помню, кстати, совершенно. Дальше, наверное, уже все просто заканчивается. Я теперь везде так хожу аккуратненько, чтобы не шуметь. Все? Блин, я там аккуратно ходил. Так что, пацаны, все, да, обучалка прошлась. Уже охота посмотреть тут первый уровень, до сих пор помню, какой он классный был. Но такое ощущение, что в заставках, кстати, графика хуже, чем когда играешь. Вот. Может, то, что ты концентрируешься больше на том, что ты видишь, но вот во время самой вот миссии ощущение, что графика реально намного лучше была. Еще то, что экран уменьшается, как будто, знаете. Все, пацаны, прошли мы миссию. Обучалочку. Mission complete. Press A. Окей, здорово. Первую миссию прошли, которая, она же и обучалка. В Тбилиси, пацаны, в Грузию поехали. 2004 год, между прочим. Написано. Хотя игра вышла вообще, по-моему, в 2001-2002. Вроде бы как. Может быть и в третьем, кстати. А может и в четвертом. Не, не в четвертом, мне кажется. Третий, второй год, наверное, все-таки, ребят. Не посмотрел, опять же. Ну да ладно. Так, перестарт, поехали. Графони, ребят, вот смотрите, сейчас отсевимся. Потрясающе. Просто вообще выглядит, смотрите, супер. Облака, зелень, освещение, выглядит, блин. По мне, это выглядит нереально круто. Вы знаете, Blood Money Hitman, который вышел намного позже, он даже тогда-то классно не выглядел. Здесь тепловизоры вроде были еще, нету что ли у меня? А, так, у меня есть ствол. Что у меня еще есть? Ствол, отмычка, камера, чтобы в двери смотреть, здорово. Ну, пойдем. Meet the contact, пацаны. Так, что там, надо контакта найти. Для начала надо без палева везде все. Бля, можно его замачкерить уже? Вот охота сразу мне пострелять, знаете. Так, начнем с того, что мы лампы выбьем, чтобы спокойно переходить. Так, они не бьются, это уже видно. Чел уже на панике, лампу нам не разбить. Начало уже хорошее. Ну, пойдемте потихо здесь, потенечку. Но это мы стопудово разобьем.
что за хрень, блядь, лампа не бьется? Во, отлично. Так мне больше, друзья, нравится. Потихонечку можно будет сейчас перемещаться, проходить. Нихуя я что нашумел. О, зацепил за лестницу. Лента светодиодная, пацаны, красивая. По крыше, конечно, спокойнее перемещаться. Наверное, что у меня разве что видно так неплохо. О, тут у нас еще и трэп, пацаны, есть. Вон они, горы у нас. Блин, ну выглядит, кстати, реально красиво. Так, давайте аккуратненько спустимся вниз, посмотрим, что там. Включаем камеру, пацаны. Освещение как лазер какой-то. А вот так, труба есть, окей, что-то я это. Потихонечку сейчас по трубе выползем, посмотрим, куда мы выйдем. О, горящий дом. Блин, охренеть там пожарище, смотрите. Прям в огонь, пацаны, едем. Помню эту миссию. Место, точнее. Тогда она даже выглядела балдежно, что здесь огонь есть. Посмотрим, как сейчас будет выглядеть. Так, чекпоинт. Ну, а нифига мы в полицейшн даже. Ничего себе неожиданно. Я не ожидал даже. Давайте просто на огонь посмотрим, как выглядит. Ну, неплохо, неплохо. Немножечко засветили, может быть, но, в общем-то, конечно, интересно выглядит. Так, надо как-то нам все это добро обойти. Здесь что у нас... Хуя, я даже дернулся, ребята, честно скажу. О, блядь, загорелся, ёпты! О, явно не в огонь. О, все хп потерял. Короче, понятно, надо было здесь обходить, все нормально, не загораться. Хуя там жесть происходит. Все обваливается. А что, по стенке, что ли, бежать? Там... Ай, там труба была сверху, блин! Это все-таки не принц Перси, чтобы по стенке бегать, конечно. А, где же я... Окей, нормально сохранялся. Так, ну сейчас здесь уже быстро можно проходить. Блять, прыгай давай. Так, вот на труба. Ну все, поползли. Благо, труба еще держится на месте. Пиздец, тут пожар, кстати, все горит вообще. А жесть, да ладно, что, наверх подниматься, что ли? Да не в огонь, блядь, сука! Все хп потерял почти, блин. А я что, обратно вернулся? Нет, нет. Нет, не обратно. О, душ. Не, ну нам явно не туда надо идти, явно не туда. Пойдемте обратно. Но вот сверху, конечно, огонь забавно выглядит. Блять. Надо поаккуратнее, поаккуратнее проходить, подумать перед тем, как куда-то бежать. А я прям так бегу, знаете, не задумываясь. Так, давайте здесь еще раз побежали.
Понятно. Просто отпустить нельзя, да? Ну ладно. Так, здесь мы по трубе. А что, можно, кстати, сейвиться прям где-нибудь так? Дата. Не, нельзя, походу, да? Ну ладно, окей. Так, в эту сторону, да? Пойдемте, 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 пойдемте. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Короче, это на самом верхний этаж, она сказала, да? Top floor, окей. И движемся на top floor. Тут все горит, пиздец, она меня отправляет. Вот здесь, кстати, куда идти, вот так не очень очевидно, на самом деле. То, что просто здесь пошел и вниз пизданулся. Бля, 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 вообще на эти доски наступать нельзя. Давайте еще разок погнали, посмотрим. Хотя бы этого чела встретить, блин. Не помню, кстати, чтобы на компе так долго зависал в свое время в этом месте, где пожар. Может, забыл уже, конечно, воспоминания потерлись. Но сейчас что-то кажется не супер очевидным, куда идти. Класс, что они даже на Game Boy Advance, когда выпускали, они принесли прям даже уровни. Хоть не в 2D были, но те же самые локации были. Стопудово. Да, блядь, хотел, сука, по-грамотному сделать. И в огонь залез. Падла. Да. В общем, ладно. Короче, походу мне пиздец опять будет сейчас. Да, блин. Даже в этом месте не пройти, что за хрень. Еще раз пробую, ребят. Каждый раз говорю, что нужно не спешайте потихонечку смотреть на ситуацию и каждый раз бегу в огонь. Как сумасшедший. Давайте-ка здесь попробую потренироваться. Вот он цепляется. А, ну он наверх не хочет, да, сразу так лезть. Да, он наверх не лезет, падла. Ну ладно. Видимо, придется через огонь идти каждый раз. Ну не знаю, там быстро, если проходит, жизнь не отнимается, конечно. Ну да ладно, посмотрим. Так, пока все понятно, да? Тут у нас вариантов немного. О, прошел, нифига, между двумя пламени и даже жизни потерял. Здорово. Контакт в этой комнате. Вот здесь, пацаны, значит, на доске нам наступать нельзя. Мы сдохнем. Дверь, блядь, есть. Дверь не проверял я. Что по двери у нас? А дверь-то у нас открыта, друзья. Не видно нихуя, блядь. Ну, мне кажется, нам в комнату надо идти, ребят. Да, походу в эту комнату надо херачить. Ой, если сесть, он не дохнет, кстати, здорово. Тоже интересно, что они так придумали. Что можно сесть, и хпшки не отнимаются. Так, нам явно не туда. Может быть и туда, наоборот. Да, других дверей-то нету. Сука, дым, блядь, сраный. Не видно ни хера. Что за хрень, блядь? Куда идти? Почему они предлагают эту дверь гребаную открыть?
Вот, блядь, вечно какие-то моменты неочевидны в играх. Но вот эта камера, давай, оптический кабель. Да, блядь, кабель хочу оптический. А в ту дверь так не посмотреть, значит, нам явно не туда. Давайте еще раз проверим. Да, здесь он даже не разрешает сделать-то. Блин, а других вариантов там реально нету. Вот, сука, реально подумать надо, пока если играешь, конечно. Так, подождите, вернусь сюда обратно. Тут у нас труба. Отсюда мы пришли. Не, ну явно сюда мы не пройдем. Охладись. Наверху ни хрена нету. Блин, это единственная дверь, реально. Жесть, там дыма, кстати. Че вот это за дверь, блядь, что мне не открыть? Вот кто знает, вот, пацаны, вот, что за хренота? Не сюда мне, что ли? Так, давайте посмотрим, что нам это сказало. Ёб твою мать, это что, карта, что ли? Да, пацаны, что-то как-то я не помню, чтобы заебно было проходить. Но пока что что-то мне не разобраться, куда идти. Здесь дверь закрыта. Сколько раз уже это можно повторять? Там я тоже был. Вот это мне напоминает детство, что я прям помню, когда мелкий был. Знаете, иногда бывало играл и не знал просто, куда идти вот в некоторых уровнях. О, нифига, здорово, если можно так еще делать. Вообще дверь вынесена. Тут ни хрена нету. Здесь мы тоже были. Здесь явно наверх-то не выберешься, да? Не, ну вообще не варик. Бля, пацаны, что делать? Вот хер просышь, реально. Блин, хоть на мобилайсе смотри, как проходили или другие люди. Может, на вентиляцию надо? Не, навряд ли. Загорелся, блядь! Нет, там все горит, туда явно нам не надо. За эту трубу он даже, видите, не цепляется. Слушай, ну реально остается только это помещение, но почему-то там дверь закрыта дальше. Явно нам туда надо, такого другого быть ничего не может. Ну-ка, дайте, пацаны, посмотрю на мобиласе. Прохождение, может быть, тогда. Так, сейчас вернусь, друзья. Давайте посмотрим. Где мне то контакты, блядь, встретить? Благо, есть YouTube с другими людьми, которые проходили уже эту игру. Потому что иначе реально не понять просто, куда переться. Давай, давай, блядь, ютубчик. Чё, пацаны, врубаем прохождение. Так, это обучалочка.
Police Station. Смотрим. Так, он зашел в эту комнату с дымом. Вот так вот, блядь. Вот смотрите, что, ребят, только что я увидел. Вот реально, хер догадаешься. Вот хз, как я проходил это в свое время, блядь. Так, разбилось стекло. А и что дальше? Можно сюда идти, дальше все норм? Так, ну-ка, что дальше человек делает? Да, в натуре. Слушай, ну все. Там у человека он проходит, после открывает дверь, все норм, типа. Че он не подгружает, что ли? Залагался. Да, то есть человек, короче, он разбил так сверху стекло, весь дым пропал. И после этого он пошел сюда. И типа все норм было. Блин, она что, игра подлагала тебе, что ли? А да он там говнюк лежит, дохлый, я его не видел. Вот он, блядь, лежит. А я не видел, сколько ходил я здесь, прикиньте. Вот так вот, вот такие вот детали мимо нас проходят, пацаны. Странно, что вот я бегал, блин, реально не видел. Благо, другие летсплейщики 100 раз лучше, чем я, играют. Че, долго еще, блин, ты будешь рассказывать это? Don't kill any civilians, окей. Find the black box. Картина-то как горит долго, да? Вот текстурки от души здесь, конечно. Все, походу, он загнулся, пацаны. Так, здесь мы уже были, здесь все проходили. Можно было, кстати, стекло даже не разбивать. Все, пацаны, прошли мы локацию. Кусочек. Блин, 100 лет проходил. Предлагаю, пацаны, продолжить в следующей серии. Правда, маленький кусочек хотя бы посмотрели. Вон так даже интересно, если вам будет интересно. Сделаем следующий уже эпизодик. И продолжим дальше проходить эту локацию. Скажу, конечно, что версия от оригинального бокса в плане графики, блин, выглядит просто обалденно. Прям очень даже хорошо выглядит, я под огромнейшим впечатлением. И на 360-м боксе она играется даже очень неплохо, стабильно, без проблем. Некоторые вопросы, конечно, к раскладке джойстика имеются, но в общем-то, конечно, все нормально. Нет, ребят, графику смотрите, увидите сами. Ну что, ребят, давайте до следующей серии тогда, что я вам скажу еще. И до связи, давайте, пока, друзья.